Кукуман амигос! Сегодня у нас вторая часть моего, как говорится, летсплейчика. И сегодня я попытаюсь... Не знаю, что я попытаюсь. Я, наверное, пойду в шахту. Надо добывать больше ресурсов, все дела. Такая тема. Я уже даже записывал. То есть у меня уже была записана вторая часть. Но я решил не выходить, потому что она слишком однообразная и нудная. То есть я в этой части вообще ничего не делал. Поэтому я надеюсь, что в этой части будет более интересно, поэтому выложу как вторую именно эту. А та, которая была, уже в Царстве Небесное. Вот так, Аньки. Так, давай сейчас покушаем, потому что он явно хочет кушать у нас. Смотрите, ой, как он мило ротиком шевелит. Уи! Милота. Так, я тут себе сделал кирочку наконец-то. Потому что надо же как-то разбираться. Убил того босса. С него выпал меч. Очень-очень такой симпатичный. Вот, смотрите. Типа заражает, не заражает, типа инфицирует этих монстриков, когда их убиваю. То есть после удара они типа зараженные. Ну как, типа, меч с ядом. Или что-то такое. Так, нужно сделать какой-то... Где-то такой... Этот... Туннельчик, чтобы было легко спускаться. У меня есть много этого. Вот я так не помню, как из него делать факела. Надо сделать побольше факелов, я думаю, угля мы еще накопаем. Обходил я всю планету. На планете, к несчастью, ничегошеньки нет. Ничегошеньки нормального. Скажем так. Ну, я думаю, это совсем не проблема. То есть, кто ищет, тот всегда найдет. Ну, в плане, единственное, что нету вот этих там разных зданий, поселений. Слишком темно, нужно... Подожди, где меня? Кто-нибудь за мое нахальство? Вот он. 6. Вот так вот. Теперь поехали. Все глубже, и глубже, и глубже. Помню, раньше был баг, можно было телепортироваться обратно на корабль, даже из пещер. Это мне тогда очень нравилось. Сейчас вы, наверное, уже... Такой шари не будет. Да, вот видите, уже нельзя на эту кнопочку телепортироваться. Но все меняется. Становится только лучше. Сейчас посмотрим. Я что-то не уверен, что эта игра обновляется, потому что что-то я ничего такого особо нового не увидел в то время, как играл последний раз. Но играл давным-давно. Так, ребят, давайте так, чтобы было более интересно, я добавлю приближенность, потому что все равно вы особо далеко и не видите. Все равно все вокруг темно, поэтому давайте, чтобы было более красиво смотрелось. Построим. Построим. Заговариваюсь. Приблизим камень. Зачем мне столько камня будет? Знаете что? А черт с ним. Будем копать под себя. Потому что я думаю, что тут денег у нас особо нету. И они прям особо сейчас не очень нужны, поэтому выбраться можно будет самоубийством. Так, попробуем еще поставить один факел. 4. Опять. Дальше. Копаем, 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 копаем. Я бы хотел найти сейчас алмазики, на самом деле. Потому что золото у меня вроде есть. Сейчас посмотрим. Вот, да, эти золото немножко есть. То есть кирку из золота я смогу сделать. А вот кирку из... Из этого... Из алмаза это считается самое лучшее. И вообще я сейчас очень хочу накопать побольше меди. О, медь. Потому что из меди можно делать
первые доспехи. Так, сейчас. Железка. Да. Так. Так. Давайте пойдем в бок. Интересно, оно ломается даже когда ты зависимо от количества блоков вырытых или от зависимо от количества ударов. Потому что если от количества ударов, то можно копать намного больше ресурсов, не боясь, что оно сломается. Так, следующий фонарик. 6. Вот. Так, дальше идем. Одна земля, ладно. Это не очень хорошо, давайте сюда пойдем. Так. Так, вот уже что-то есть. О, мне кажется, там серебро. Ну ладно, мы без серебра пойдемте. Нет, прохода там нет, значит можно идти спокойно в камень. Вперед в камень! Да, на самом деле это не намного интереснее, поэтому давайте я сейчас поставлю паузу. Да, именно так. Поставлю паузу. И вернусь, когда будет что-то действительно интересное, давайте. Ну, как так сейчас. Подожди. Стопаньки, надо найти кнопку, которая отвечает за паузу. Кажется, F8. Кажется. Да, F8. Вот, ну, на самом деле, я уже столько покопал, осталось мне 5 факелов, но особо ничего больше, чем вот эту. Это залежь, который сейчас я нашел. Ничего не нашел. Как будто бы пустой какой-то мир. Ну это, в принципе, планеты первого типа, вот эти, которые самые легенькие. В принципе, не должно быть особо много всяких плюшек, но это просто вообще почти ничего. Пустота какая-то. Ну хоть медь есть. Уже хорошо. Опа, оп, как удобно, как удачно. Даже нашел пещерку. Лишь бы она не... Так, и сколько у меня этого земли? Ого. Ну вот, ладно, давайте сейчас используем вот это, чтобы был красивый стак из 1000. Так, на. Так, 6. Ого. Ну, что-то серьезное. Тут уже может быть реально что-то хорошее. Так, давайте посмотрим. А, опять нужно тратить свои лиги. Оп. Ну давайте посмотрим. Оп, что-то живое. Ох, дракон, ядрен дракон. Даже два! О боже мой! О боже, какой ужас! Там не сопли желательно. Так, это у нас яд, нам не особо полезет. Для кожи особенно. Так, что-то я слишком тихо говорю. Скорее всего, меня уже там не слышали, то, что я сказал. Если слышали, то очень непонятно. Поэтому сейчас буду говорить очень-очень четко. Еще драконы, одни драконы. Так. А он был мирный, кстати. Можно давать его... А ну-ка. Ого, там что-то упало. Серьезное. О-о-о-о-о-о. Что это? Что-то... Сундук. А что было в сундуке? Наковальни две. Блин, а у меня уже есть наковальни. Блин.
Так. Блин, у меня нету этих. Нужно опять делать фонарики. Так, фонарики, фонарики. Всё. Эти все фонарики, которые у меня были. Больше у меня фонариков быть не может, потому что у меня больше нет дерева. Ну, я думаю, это не проблема. Это такое. Это не приходит и уходит. Фонарики. О, песок. О, блин, там это. Угу, значит, нужно песок это забросить красиво. О, боже, опять эти твари. Так, ну давайте как сейчас красивенько сбросим песок. Опаньки. Так, теперь давайте выкопаем железо. Я бы, наверное, поставил фонарик, но что-то мне жалко фонарика. Тут особо ничего нет. Как-то эту штуку нужно прикрыть, потому что... А, отлично. Так, 4 дальше. Нужно сделать себе проходик. Блин, яд это, конечно, совсем не круто. Так, ладно, давайте сейчас. Так, а ну-ка, сколько гравия? Я уверен, что если я сейчас срежу немножко гравия, этих тварюк задавит, а оттуда выпадет какой-то руда. Руда не выпала? Ну как? Ну ведь... Ну ладно, но тут есть уголь, который, в принципе, очень-очень полезен. Так. Ага. Ребят, я вот так это, кстати, еще подумал. Смотрите. Такая тема есть в том, что... проблема... Так, извините, отвлекся. Значит так. Я прошлую серию добавил интро. Но проблема в том, что я думал, интро будет легко добавляться через YouTube. Так, знаете, там есть специальная программа, которая может, типа, комбинировать видео именно на своем YouTube. Не используя там Sony Vegas и всякую штуку. Но это оказалось... А, боже, не так просто, как я думал. О, боже, я сейчас умру. Блин. Так вот. Ладно, пусть уже умирает, ничего страшного. Не умер, смотрите. Так вот. Я добавлял интро. Но проблема была в том, что на самом деле это не так просто, как я думал. Потому что... Я думал, что это типа будет по-быстрому, типа 5 минут и интро готов. Но, блин, я ждал добавления интро почти 2,5 часа или 3. То есть это явно не выгоднее, чем делать через Sony Vegas. Поэтому я, наверное, вообще не буду делать в летсплеях интро. Буду просто выкладывать то, что я снял. Потому что это такой головняк, вы даже не можете представить себе. Хотя, скорее всего, можете. Ну, блин, такие видео рендерить через Sony Vegas я просто не выдержу. Но, то есть, получается, я буду больше рендерить, больше мучиться своим видео, нежели снимать. Поэтому это явно невыгодно. Но я буду пытаться снимать плюс-минус интересные видео. Ну, даже не снимать, а летсплей. Одно, но все видео там, где я именно монтаж делаю, там всегда будет мое видео. Если оно вам не нравится, то можете порадоваться. Если оно вам нравится, то вам вы ничего не потеряете. Есть интро, нет. О боже, вот теперь я умер, точно. Так.
Ничего страшного, я не буду своих этой штукой. Не останавливает. Так, давайте все это переплавим. Та-та-та-та-та-та. Так, сначала переплавим. Это. Так, нам бы еще серебро где-то взять. Вот 13 железка у нас получится сейчас. Так, зато раз у нас так много железа, товарищи, ну подождите, посмотрим, из чего делается тут намордники, всякая фигня. Купер хелмет, типа улучшенный, это из чего? Железо, вот оно что. Ого, блин, ребят, 35 слитков меди. Откуда мне их взять? Откуда мне взять столько меди? Медь встречается реже, чем... А вот, кстати, такой лук можно было бы сделать. Эти мне пока не нужно, мне хороший меч. Ладно, давайте сделаем то, что нужно было. Так, не, давайте сразу закончим дела с этим злым чудищем. Так, вообще. Почему я не могу открыть? Ага, вот. Так, 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 что там для него нужно? Значит так, нам нужно... А-а-а, у нас все есть, нам нужно только дерево. Давайте, боже, сейчас нарубим дерево. Ну, чтобы нарубить дерево, нужно... опять дерево. Да ладно, чтобы делать дерево, нужно дерево. Не так все просто, как казалось раньше, да? Так. Дерево, 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 дерево. Кстати, насчет дерева. У меня вот эти штуки есть. Насколько я знаю, это паростки дерева. Интересно, как долго они растут? Сколько их у меня? Так, два. Рубим дерево, рубим, рубим. Рубим дерево, мы рубим. Да, надо топор. То есть топора жизни-то. Ну! О, все. Так, теперь можно подниматься. И сделать себе огромную тучу доса. Так, возьмем. Ну, сделаем из всех. Я знаю, тут есть типа эта штука, чтобы выбирать количество, но это слишком легче. Просто быстренько нажимать. Так. Надо, кстати, кровать будет сделать. Так. А, начали тут. А, нет, подожди, туда. Где он, где он? О боже, ребят, 99 из 100, ну это нормально. Ладно, сделаем топорик. Лучше топориком порубим, я думаю, быстрее будет. What the planet? Давайте, семерка. О, они эти уже, смотри, потрескали. Прикольно. И у меня теперь банданы, видите? Крутой парень с банданой. Давайте сразу набьем деревья. Так что хватило. Надолго хватило. Я думаю, два дерева хватит. Точнее, три, это уже третье. Так, давайте. А, вот. Так. Ну все, теперь держись. Так, 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 так. Да. Все, миссии нам больше, так понял, не дали. Да, миссии закончились. Ну, тогда теперь давайте
Будем готовы? Так, сейчас, сейчас, сейчас. А знаете что? Знаете что? Я, наверное, сейчас себе сделаю лук помощнее. Да, точно. Это у нас нормальный лук, который наносит больше урона. И сейчас мы попробуем убить босса. Ба-ба-ба-босса. О, смотрите, выросли наши деревья. Крутенько, крутенько. Так, только секундочку. Мне нужно вспомнить, как правильно строить хитрое убежище от этого страшного НЛО. Хотя зачем мне стоит? Подожди, давай лучше все-таки построим. А, ладно, нет, по хардкору, давайте по хардкору. Так. Мы не ищем легких путей. Думаю, хватит. Так. Я думаю, так хватит. Тут сделаем точно так же. Ну, немножко перебдел, как говорится. Я думаю, хватит места. Блин, 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 блин. Сейчас. Don't worry, все сейчас будет. Сейчас, сейчас все будет. Так. А где делаем? Ну что? Оп, закончились, не знаю. О, нет, 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 нет. Ну, какой лук. Воу! Шикардос. А, мяско, мяско, мяско. Так. У нас еще 1000 где-то было. Да, 1000. 5. Ну что, ребятушки. Попробуем? Нет, давайте сначала проверим. Блинчик. Что? Можно даже немного выше сделать. Или даже не так. Теперь просто отдалим камеру. Почему бы... О, у меня X4 стоит. Вот она в чем проблема-то была. Блин. Блин, я забыл поставить эту. НЛО. Блин. Блин, блин, тарелку забыл поставить. Ладно, ладно, не волнуйтесь, сейчас все будет, сейчас все будет. Так, поднимаемся. Четверочку опять-таки. И будем надеяться, ребятки, что нас не прилетит убивать огромное НЛО с пингвинами. Так, 8-8-8. Ну что, let's go, товарищи. Ох! Ниф! О боже мой! Я не был к такому готов. И богу не был готов. О боже мой. Хьюстон, у нас проблемы. Ну, боже мой, я... Я что-то переоценил свои силы. Я еще не взял медаптечку. Вот так.
Так, оно получше будет. Блин, нужно как-то вылечиться. О, ну, есть эти аптечки, слава богу. Да блин. А, это сила. Вот почему я не могу так быстро его убивать. Так, вот слишком. Слишком охренел, парень. Блин, 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 блин. Так, сделаем свою броню покрепче. Так, единичка. Теперь нужно опять нормально выбрать. Так, пока у нас проблемки с этим. Мы укрепим наше защитное поле. Так, 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 простите, что так мало разговариваю, хотя, скорее всего, вам только, вы только рады, что я не разговариваю тут. Да боже, я не могу попасть. Оп-оп-оп, тихо-тихо-тихо. Лечиться. Лечиться. Думаешь, такой опасный, да? Думаешь, самое... Да блин, попасть не могу. Хоть дивизии. Попал, смотрите. Вот, это уже мне начинает. А, я не тем... Блин, я не тем выламываю дверь. Ну, давай, заряжайся. Так, у меня уже проблемки. О, да! О, да. Так, теперь нужно... Так, темно. Фух, мы сделали это, ребят. Теперь можно обратно наверх. Так. И что мы получили? Мы получили... Пингвин? Что? Простите, что? Не кодекс. А ну, подождите, кодекс. Пингвин босс. Так, ладно, вам все равно не интересно. Так, ладно. А, мы получили... Что мы получили? Мы получили... А, фух, я же испугался. Ядро получили. Molten Core. А почему мы их 5 штук получили? Не знаю, но не важно. И что мы можем с этим ядром построить? Угу. И с этим ядром мы можем построить аж...
Ну, это вы узнаете в следующей серии, ребят. Потому что уже явно долго идет серия. Поэтому спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Ну, вот. Я надеюсь, мой звук был намного лучше этот раз. Хотя я сомневаюсь, потому что я забыл опять проверить. Ну, я думаю, что на этом можно заканчивать. Всем пока. Адиос.